Хоккей обрел необычайную популярность в Нарынской области. На сегодня полноценных условий для развития этого вида спорта в регионе нет. Каток заливают под открытым небом, где и проходят соревнования. О нарынском хоккее расскажет Алтынбек Таламбеков. Несмотря на отсутствие хоккейных клюшек и нехватку коньков, молодежь села Актал наращивает свой потенциал на ледовой арене. Эту площадку заливали 3 дня. Клюшки сделаны из дерева. Фермер Карбек Мамедалиев – большой поклонник хоккея. В молодости занимался этим видом спорта профессионально. Он одним из первых предложил залить каток, а сейчас учит местную молодежь мастерству игры в хоккей. Интерес к игре большой, даже устраиваем соревнования. Каждый год в феврале проходят масштабные игры. Приз за первое место – 10 тысяч сомов. Но главное не победа, а участие, считают сами игроки. Главное, это не то, что мы играем в хоккей в селе, и тут нет условий. Главное – желание. Тогда можно и клюшку сделать из ветки дерева. Интерес к хоккею в Нарынской области растет. На сегодня в городе Нарын идет строительство спорткомплекса, где будет круглогодичная ледовая арена. А это дает надежду на то, что в недалеком будущем в области с самым суровым климатом появятся настоящие мастера клюшки. Алтынбек Таламбеков, Бюлюкбай Шеримбеков, Нуркас Абдрахманова, Общественный первый канал, Нарынская область.